С русскими нас 300 миллионов, без русских нас полгрузовика. Сербы, как никто, знают цену этому высказыванию. Это не просто красивая цитата. Они реально знают, чего стоят западные миротворцы. Да, и когда сегодня Блинкен на заседании, вот на саммите НАТО, начал рассказывать, какой замечательный альянс НАТО именно сегодня, именно в этот день, он рассказывал, какие они миролюбивы, какие они миротворцы, как они сеют разумное, доброе, вечное, да, и Украина, который, кстати, предлагал, да, она сама кричала, дайте нам западных миротворцев, она не понимает, видимо, до сих пор разницы, да, между тем, как приходят российские миротворцы в Приднестровье, в Карабах, да, и что без единого выстрела заходят, да, и действительно помогают наводить порядок и заканчивать войну. И что творят западные натовские миротворцы? Как они заходят? Что после них остается? А не остается ничего, выжженная земля. И как потом десятилетиями приходится пытаться налаживать хоть какую-то жизнь. Я же говорю, не говорю уже о возвращении к чему-то. Ну, Украина, к сожалению, югославский урок не усвоила. Вот. И ну что же сделать?